Всем привет, друзья! С вами я, Артур Мел, Милка, Уэй, называйте как хотите. И сегодня мы будем играть в Pixel World. Все помнят, что я снимал в последний раз Pixel World один год назад. 1 июня 2020 года. Ой, 2019 года. За это время прошло очень много времени, и я решил вернуться снова в эту игру. В последний раз. Я потом объясню, почему я возвращаюсь в эту игру в последний раз. Итак, давайте-ка посмотрим, что в этой игре изменилось. Давайте зайдем в Pixel Station. Что хотя бы там изменилось. В принципе, кажется, что почти ничего. Так, мы все-таки можем еще ползать. Дело в том, что я играл в последний раз уже 3 месяца. Хотя на самом деле я в последний раз играл очень давно. Мне эта игра нравилась из-за того, что он хотя бы очень сильно похож на Соника. Но потом я понял, что игра не настолько и хорошая. Здесь все-таки играют игроки русские, но не настолько часто, как я вижу. Это, наверное, вот и есть единственный русский человек. Я в итоге понял, что игра мне стала неинтересна. Если честно, неудобно. Не надо, ну да. Выходим отсюда. Так, теперь давайте посмотрим на активные миры. Парк Оуркоудс. Давайте посмотрим, что это за, вообще за карта. Нифига себе. Так. Нифига себе. Налево. Я все время бесился от того, что я не прохожу. Это. Ну да, это. Нормально. Мне это в скором времени надоест. Конечно, понимаю, что в этой игре. Yeah.
Чё такое? Я ж вроде прыгнул. Ну чё там, совсем что ли? Ну чё это такое? Ага, значит мне просто так тут не дадут уйти. Ясно. Единственное, из-за чего меня бесит эта игра, это из-за того, что он не подключается на геймпад. А мне нравится играть на геймпаде. Какого фига я должен играть на долбанном клавиатуре? Он даже не прыгает. Вот почему я играю в последний раз в эту игру. Подождите! Стойте! Да вы как? Мне надоело в это играть, а то явно у меня сейчас бомбанет. Тут не то, что сложно играть сейчас стало. Так тут и через геймпад играть нельзя. Трейдер. Давайте посмотрим, что это за трейдер. Короче, мне надоело, извините, что я под камерой прям контроль. Извините, что я контроль. Подстойте, пожалуйста. Поэтому, извините, я не видно. Посмотрим, что вообще получилось. Тут не то, что я не понимаю английский. Сделаю так, типа. Удобно наконец-то. Так, что это вообще за карта? Давайте посмотрим, что это за фигня. Будем стоять просто так, кстати говоря, будем и купаться, и сидеть, как угодно. Так, буллинг. Это что такое? Это опять паркуры? Трейдер. И зачем я тогда вообще телепортировался? Ну, что-то уже надоедает. И, кстати говоря, я заметил только одну. Мир не генерируется дальше. Это что такое? Например, сейчас я зайду в свой мир. Я сказал, войду в свой мир. Артур Плеймарч. Это моя карта. Знаете, что там? Да, мир очень сильно похож на Майнкрафт и почти как Соника. Потому что тут бэкграунд такой же. Мир не генерируется дальше! Вы понимаете? Даже плату не понравилась эта игра, я не знаю, что. Хотя мне до этого игра очень сильно нравилась. То есть вы понимаете, что это тупо, если так можно сказать. Здесь даже трава из камня, это как где логика?
Это ты тарь, это Террария, что ли? Игра ведь появилась в 2017 году. Не в каком-то там 13-м, 15-м, 11-м. Ладно, меня бомбануло, я успокоился. А что я играл до этого? 2020, PlayStation, да. Hello. PvP. Да, я тогда сделал отдельное видео про PvP. Должен был еще... Блин. Кстати говоря, он неплохо так изменился. Бой. Так как он... Я тебя ненавижу. Единственный человек, который мне мешает... Хотя нет, не единственный. Это второй человек, мешающий мне играть в игры. Как-то было с серией... Соника.экзе и его друзья. Кстати. Кстати, ребят. Твоё налево, не кстати, ребят. Я не успокоюсь, пока не попаду туда. Я чё, сейчас встану? В следующий раз! До свидания. Это чё? Блин, кажется, что я нуб. Вам не кажется, это действительно так. Круто. Я, кстати говоря, до этого не видел такой игры. Жопа. Я вас всех ненавижу. Я имею в виду не подписчиков. Да дайте мне поиграть спокойно, отстаньте от меня. Да как за... Чичи! Жопа. Да отстань от меня! Так. Я вас все... Я этих... Когда ты от меня отстанешь? А, эта игра начинает мне надоедать, как эти люди. Отстань от меня! Я маленький мальчик, который любит играть в всякие игры. Говняные игры. Ну, походу тут без этого никак не обойтись. Без смерти. Быстрей! Быстрей, дебил! Быстрее, да как ты меня видишь? А, мне надоедает.
Да. Ротел, the hell. Один игрок остался в этом hell. Давайте посмотрим, что это за hell. П. Мне это надоедает. Пойдемте в другое место. Бай-бай! Давайте посмотрим. Бай, ай, бай-бай. Я вас не найду. Мне это надоело. Ну, давайте в последний раз уж hell. Вот это реально hell. Так, hell, вот hell. Блин. Шопа. Кипит. Это неудобно. В каком смысле авторы думали, что удобнее с клавиатуры играть? Мне, например, никак не удобно. Это проблема вообще всей игры. Например, ты хочешь куда-то попасть. Ты сразу вот, вы видите сами. Это все говорит к тому, что на геймпаде его им вообще неудобно играть. Единственное, где можно поиграть, это... Это в Стиме, где и то там управление более-менее никак не работает. Мне это надоело уже. Да, то есть... Это по-настоящему как-то. Эй! Эй! Что? Это пипец. Нет, если кому-то нравится эта игра, играйте. Я никого не осуждаю.
Это последнее мое видео про эту игру. Мне оно не нравится больше. Хотя мне нравилось только из-за того, что в ней есть хотя бы больше развития и больше... Это типа как Майнкрафт и Соник, только в 2D формате. И куда более хороши. Но дело в том, что у этой игры много проблем, которые не должно было быть. Подключение к геймпаду — это у всех игр такое. Но в Steam он-то подключается! Я вывел свое мнение про эту игру, которая сейчас выходит. Я больше при нее не буду снимать. Всем пока.